Еще из интересных новостей. Газета «Углегорские новости» прославилась на всю страну. Дело в том, что на днях ее главный редактор Зинаида Макарова обратилась в социальной сети к сахалинцам с необычной просьбой не заворачивать в печатное издание наркотики. Новость вызвала настоящий ажиотаж. Свежий номер районной газеты уже успели раскупить во всех торговых точках. Пост в Фейсбуке я писала под впечатлением увиденных снимков в сводках УМВД. Раньше публиковали снимки с наркотиками, разложенными на газете «Углегорские новости». Но это было сделано аккуратно. Но в этот раз вещество зеленого цвета лежало на рваной и смятой газете. Это меня очень задело. Все-таки наша газета предназначена не для этого. Узнав о необычном обращении главного редактора, жители Владивостока, Хабаровска и даже Москвы звонят своим родственникам и просят приобрести и выслать им «Углегорскую газету». Зинаида Макарова считает, что районка приобретает вторую жизнь, когда после прочтения ее используют в качестве обертки. Но только в том случае, если упаковывают в нее, ну никак не наркотики. Читатели тем временем организовали некий флешмоб и присылают в редакцию фотографии с конфетами, шоколадом и прочими сладостями, которые непременно завернуты в бумажное издание. Такой была эта неделя. Мы увидимся в следующее воскресенье. До свидания.